Короче, слухи. 51-летняя актриса рассказала о том, как ей удалось найти своего мужчину мечты. Во-первых, вы должны иметь в голове и сердце четкую картинку, какой мужчина это должен быть. Я прям записала на листочке. Да. Во-вторых, не стоит бегать по всяким людным, тусовочным местам. Типа много людей, шансов больше. У таких женщин всегда на лбу написано «ищу мужа», и это отпугивает. В-третьих, будьте открыты миру и освободите место рядом с собой, если оно занято тем, кто вас недостоин. Свято место пусто не бывает, подчеркнула Дарья. В-четвертых, дайте вселенной поработать на вас. Я верю в то, что нас видит и слышит. В-пятых, никогда не ставьте на себе крест. Не бросайте ухаживать за собой, потому что встретите своего мужчину тогда, когда точно не будете ждать этого. Вот как я, например, встретила Андрея в 41. И в тот момент, когда решила, что мне не суждено повстречать того самого, о ком мечтала всю жизнь, добавила блондинка. Любите свою жизнь.